Просили меня новогоднюю мясную закуску. Держите! Друзья, сегодня приготовим еще одну замену колбасе. Вот такой вот шпигованный праздничный карбонат. Пойдемте быстрее готовить. Для начала нарежем овощи. Морковь и сельдерей режем вот такие вот острые кусочки, чтобы удобно было шпиговать. Чеснок мы не нарезаем, будем использовать цельные зубчики. Итак, длинным узким ножом делаем продольный прокол в куске мяса. И в образовавшееся отверстие просовываем наши овощи. Сразу оговорюсь, это количество овощей на два вот таких вот куска мяса. Итак, а теперь подготовим маринад. В отдельную миску натираем 4 зубчика чеснока, добавляем майонез, зернистую горчицу, острый перец и соевый соус. Все хорошо перемешиваем. Самое время замариновать и упаковать нашу свинину. Итак, на столе расстилаем фольгу в 3 слоя. Выкладываем кусок мяса, добавляем наш маринад, хорошенько промазываем мясо со всех сторон и заворачиваем фольгу так, как показано на видео. Прям в свернутом виде оставляем мариноваться на 8-10 часов. А по истечению времени отправляем в духовку на 1,5 часа при температуре 170 градусов. После запекания даем мясу остыть, лучше всего в холодильнике. И можно нарезать и подавать к столу. Приятного!